Премьера. К 20-летию Рособоронэкспорта. Как, несмотря на черный пиар, все началось с желания Индии заказать себе подводные лодки. Политические санкции. Введение комплекса 75 во Вьетнаме сыграл эффект разорвавшейся бомбы. И внештатные ситуации. Россия вышла в мировые лидеры по экспорту вооружений. Российское вооружение чем отличается от всех других? Относительной простотой эксплуатации. Мы сегодня работаем в 122 странах мира. Богатая история молодой структуры. С ОПК происходило все то, что происходило с экономикой нашей страны. В документальном фильме «Сила сотрудничества». В понедельник и вторник. 18:50 на телеканале «Звезда».